мы пришли на завтрак в отеле Виталай. Вот так выглядит ресторан. Вот прямо вода рядышком. Сейчас утром очень сильный отлив был, тут часть берега обнажилась капитально. Сейчас прилив, и вода прям заметно прибывает. Ну а вот как выглядит устройство, убранство ресторана. По утрам здесь шведский стол. Давайте обойдем, посмотрим, что здесь предлагается. Такое красивое оформление столовых приборов. Прям мелочь, но приятно. Мы посмотрим, обойдем вокруг. Уже обратила внимание, что фруктовая нарезочка с изысками. Кто-то тут и снежинки, и листочки вырезал, старался, и арбуз с сердечками, и ананас вон какой, и лепестками, и всем остальным. Так, джемы и масло. Хлеб разный, отрадно. Тут и зерновой вот хлеб есть. Тосты. Два вида супа. Один рис со свининой. И здесь мисо-суп. Рис. Черные макароны. Черная лапша. Не знаю, что там такое, а это куриный фарш со специями. Он выглядит вполне себе презентабельно и аппетитно. Так, здесь овощи с карри, курица и лапша с грибами, видимо, древесные грибы тут. Жареный бекон, сосиски, ветчина, вода и сок, кипяток и кофе, кипяток для чая, вдруг, если кто-то захочет его, зеленый чай и черный чай, Липтон. И шоколад, и кофе. Если не хочется вареного кофе, можно растворимый. Хорошо так это прибраны кружечки. Это хрустушки кукурузные, йогурт. Здесь во льду прям стоит. Мюсли, яйцо вареное, овощные нарезочки для салата и сыр. Так что тут разные соусы. Так что вот такая картина. То, что поесть, вполне себе выбрать можно. Ну и насладиться видом прибывающей морской волны тоже можно. Но волн-то как раз практически нет. Рябь немножко. Ну что, всем приятного аппетита!